такие красивые тюльпанчики растут рядом с маленькой банановой пальмой. Вот такая пальма здесь растет. Невысокая, маленькая. Тюльпанчики. Такое интересное дерево. Листочки такого цвета, бордовые. Сейчас на них посмотрим. Вот здесь они такого цвета. А на свет такие интересные. А здесь рядом растет агава. Большой куст, такие раскидистые листочки у него. Вот этот кустик лаврового листа растет на дороге. И посмотрите, цветочки, конечно, очень сильные, их много, сильно цветет, но листочки все очень грязные от дороги, от того, что здесь постоянно едут машины. А вообще цвет очень сильный. Такое чудо! Кисточки черемухи расцвели. Вот и зацвела черемуха. Вот такое явление в Сочи у нас тоже есть. Чудесная черемуха цветет. Начала цвести черемуха. Ой, запах обалдеть! Такой чудесный запах. Вот она, родная черемуха.
Вот они, первые листочки, первые бутончики, первые цветочки. Начала цвести черемуха.